песня, которая особенно мне дорога. Меня вчера просили на концерте, кто-то крикнул, там говорит, спойте любимую. Я говорю, что все любимые, это правда, иначе бы я их не писал, потому что меня же никто не заставляет писать. Вот я пишу, когда хочу и что хочу. А песня эта называется «Баллада о детстве». Час зачатия я помню не точно, значит, память моя однобока. Но зачат я был ночью порочен, и явился на свет не до срока. Я рождался ни в муках, ни в злобе. 9 месяцев — это не лет. Первый срок отбывал я в утробе. Ничего там хорошего нет. Спасибо вам, святители, что плюнули да дунули, что вдруг мои родители зачать меня задумали. В те времена укромные, теперь почти блинные, когда срока огромные, прилип в этапы длинные, их брали в ночь зачатия, а многих даже ранее. А вот живет же братья, моя честнокомпания. Ходу, думушки, резвые, ходу. Слово, строченьки, милое слово. Первый раз получил я свободу по указу от 38-го. Знать бы мне, кто так долго мурыжил, отыгрался бы на подлеце. Но родился и жил я, и выжил дом на Пермещанской в конце. Там со стеной, со стеночкой юза, перегородочкой соседушка, соседочкой ее баловались водочкой. Все жили в Робинск, ровно так, система коридорная. На 38 комнат, да всего одна уборная. Здесь на зуб зуб не попадал, и грела тело гречка. Здесь я доподлинно узнал, почем она копеечка. Не боялась сирены соседка, и привыкла к ней мать понемногу. И плевал я здоровый трехлетка на воздушную эту тревогу. Да не все то, что сверху от Бога. И народ зажигалки тушил, и как малая фронту подмога. Мой песок и дырявый кушин, и било солнце в 3 луча на чердаке рассеяно. На Итаким Кириллыча и Кисю Моисеевну, она ему как сыновья, да без вести пропавшие. Эх, Киська, мы одна семья, вы тоже пострадавшие. Вы тоже пострадавшие, а значит, обрусевшие. Мои без вести павшие, твои безвинно севшие. Я ушел от пеленок и сосок, поживал, не забыт, не заброшен. Но дразнили меня недоносца, хоть и был я нормально доношен. Маскировку пытался срывать я, бледных коню, чё ж мы дрожим. Возвращались отцы наши братья по домам, по своим да чужим. У тёти Зины кофточка с разводами да смеями, то у Попова Вовчика отец пришел с трофеями. Трофейный Япония, трофейный Германия, пришла страна Лимония. Сплошные чемодания взял отца на станции, погоны словно цацкие, а из эвакуации толпой валили штатские. Осмотрелись они, оклемались, похмелились, потом протрезвели. И отплакали те, кто дождались, не дождавшиеся отрели. Стал метро рыть отец Витькин с Генкой. Мы спросили, зачем, он в ответ, мол, коридоры кончаются стенкой, а тоннели выводят на свет. Пророчества папашина не слушал Витька скворышам. Из коридора нашего в тюремный коридор ушел. Он всегда был спорщиком, приброд к стене откажется. Прошел он коридорчиком и кончил стенкой, кажется. Но в отцов свою мы, а что до нас касательно, на жизнь засматривались мы уже самостоятельно. Все от нас-то почти годовалы, толковище увели до кровянки. А в подвалах и полуподвалах
ребятишкам ходила с подтанки, не досталась им даже бабули. Время слухи, живи до души, не дерзнуть, не рискнуть, но рискнули из напильников делать ножи. Они воткнутся в легкий яд, никотина черные, по рукоятке легкие, трехцветные наборные, перетела обменные, сопливые острожники, настройки немцы пленные, на хлеб меняли ножики. Сперва играли фантики при стенах с крахворами, и вот ушли романтики из подворотен ворами. Спекулянтка была номер первый. Ни соседи, ни бога не труся. Жизнь закончила миллионершей. Пересветова тетя Маруся. У Маруси за стенкой горели. И она там втихую пила. А упала она возле двери. И красиво так зло умерла. И было все обыденно. За грани кто расстроится, особенно видела богатство Митростроица. Он дом сломал, а нам сказал, у вас носы не вытерты. А я за что я воевал? И разные эпитеты нажива, как наркотика. Не выдержала этого богатенькая тетенька Маруся Пересветова. Было время, и были подвалы. Было надо, и цены снижали. И текли куда надо каналы, и в конце куда надо впадали. Дети